Дед Мороз! Слышу, слышу! Вот, идет какой-то дед. Это ты какой-то тигр, а идет настоящий Дед Мороз! Новый год – праздник, который отменить никак не получится. Если взрослые еще как-то смогут понять коронавирусные ограничения, то дети вряд ли спокойно отнесутся к новости, что в этом году придется обойтись без встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. В мэрии выход нашли – праздник сам придет. Пусть и в скромном формате, но со всеми новогодними атрибутами. Кстати, новгородцы из-за пандемии уже отмечали некоторые городские праздники не на центральной площади, а рядом со своим домом. Так что такой формат уже зарекомендовал себя. Новгородцы встречали это всегда очень-очень тепло. И 9 мая, 12 июня, и там еще были мероприятия. Поэтому он понравился. И сейчас отделы центра, раньше которые воспринимали, что надо обеспечить, надо провести. Не то что для галочки, но это был дополнительный напряг. Сейчас, наоборот, выходит с предложением: мы хотим, у нас хотят, мы ждем, вы к нам приедете. В преддверии Нового года небольшие праздничные мероприятия с участием Деда Мороза и Снегурочки для детей и их родителей планируют провести в 5 микрорайонах города. В парках Луговой, Веряжский, Юности, 30-летие Октября и микрорайоне Ивушки. Детство с каждым годом оно проходит, поэтому каждый год для ребенка он ценен, он важен праздниками. Я сама вспоминаю свое детство, праздники вспоминаю, как самые яркие эмоции. Вот, и даже пусть будет маленького формата, пусть будет в каждом округе, да, в каждом в регионе, вот помаленечку, но будет праздник. Вот это ценно. И все-таки в центральной части города новогодняя атмосфера появится. Елка уже украшена, а с 27 декабря по 7 января для поднятия праздничного настроения для горожан и гостей Великого Новгорода на площади Победы Софийская разместят светодиодный экран, на котором будут транслироваться праздничные выступления новгородских коллективов и исполнителей.